поклонимся России, краю дедов и отцов. Говорим тебе спасибо за священный вечный зов, с вечной верой в человека. Он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Запрещенные действия дается бал.
всякие удары, пощипывания, там кусание, когда начинает болевой делать на руку, за ноги там еще что-то кусаться будете, наказывается. Запрещенные действия, дается сразу балл сопернику. Дальше, что еще? Значит, удары, никакие удары не считаются. Удушение ногами можно. Треугольник, кто знает, удушить ногами можно. За куртку удушение можно, но не руками, а курткой. Понятно, руками только через руку, под мышку и через шею. Вот это удушение можно. Понятно, удержание считается тогда, когда человек лежит на спине и его держит. Он лежит на нем. Если он сидит на коленках сверху, а грудь не лежит, это удержание не считается. Дальше, если он бросил его и начинает сразу делать болевой, удержание не считается. Или, например, он бросил, я говорю, удерживаю, удержание идет, а он перешел на болевой, удержание не считается. Болевой сделал, значит вывернул, не сделал, извините, ни удержания, ничего нет. Поэтому первое, нужно сделать удержание. Понятно, да? А потом, чтобы баллы набрать, а потом уже делать болевой прием. И не надо останавливаться, если судья не сказал стоп. Я говорю удержание и поднимаются сразу. Нет, боремся, пока я не скажу стоп. После удержания, сказали удержание засчитано, на болевой переходить. Дается также на болевой 10 секунд. 10 секунд на удержание, 10 секунд на болевой. Что еще, кому что непонятно, сразу спрашивайте. Опять, первого вызывают красный, второй синий. Красный с той стороны, с левой, синий будет здесь. Пояс одеть. Ну или там, у кого курток еще нету, будем куртки давать. Куртки взяли. Так, что еще у вас? Что, какие вопросы? Жень, что еще? Делали? Так, разойдись. Сидим по стеночкам, вот здесь посередине не сидим, ребят. Можно вот сюда. Оля! Да. Рыбак без прожилок сама. Thank you.
Сейчас.
Давай!
Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Дав
Полина борется. Камеру посмотри, там Полина борется. Она не борется. Ну, посмотри, что она там стоит. Она не борется. Yeah!
Yeah.
вообще нет. Сейчас фотография с аппаратом. Держи! 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 Держ
Давай, 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 давай
Вызывается жалоба, когда его отсюда вообще позвал. Первый раз, что у него оружие. Мама, Любав. Ой, на голову надо на него. О, вот так, вот.
Я
Спасибо, можно что-нибудь? Готовится Плотников! Глухов! Носков это в круге свободен! Синий фал! Thank you.
Yeah.
Леня, в ноги попробуй. Пойдем к тебе сюда. Вытяни на бедро, Леня. Я не бегаю.
Thank you.
хотите? Я думаю, что есть. А? Я думаю, есть. Да? Ваня, уходи. Ходи, Ваня. Посмотри, там розетка, проходи сюда. Голов пошли. Давай!
А бой приближается. Заякин Черневан готовится плотником и заявлен. Где я? Давай. Ой, не трогай.
Готовятся. Михерёв, Тритонов. Подари быстро.
помоги найти спортивную платформу. Все, спасибо. А, вот это теперь не соло. Спасибо.
горизонтально сделать, чтобы все под головой не надо. Вот таким вот. Держи, поймай. Такую держи. Видишь? Полностью. Тренер. Давай, 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 давай
смеяться, отойдите с подушками. Thank you.
стали, друг за другом стали, не три шеренги, две. Сегодня у нас прошли очередные соревнования классификационные, по которым мы будем получать аттестацию по системе РОС. Значит, что нужно сказать? Ну, понемножку, конечно, борьба продвигается, видно, кто на тренировки ходит регулярно, кто меньше всех болеет, тот начинает, конечно, показывать свои результаты получше. Вот. Но в основном все уже более-менее поднимаются на определенную планку. Кто-то первый раз боролся, попробовал, кто-то уже не первый, третий. Но задача какая, ребят? Ходить на соревнования, выступать. Не будете выступать, на тренировке можно бороться, на соревнования можно все проиграть. Поэтому вы должны ходить на соревнования, чтобы психология у вас была устойчивая. А получается так, что на соревнования не пришли, считает себя, я все могу, я все умею на тренировке, а на соревнования не обязательно. Нет, вот как раз таки на соревнованиях показывают, что вы можете, что не можете. Вот. Сейчас мы подведем итоги и вручим удостоверение тех, кто одержал победу. Ну, конечно, убавилось уже количество участников, было побольше в начале, но кто-то может действительно там планы какие-то, дела, там кто-то учится еще, взрослых не было, учились, учатся они в школу напротив, у них вот учебный день, поэтому оно не получается. Так, Назулаев Руслан, одна победа. Игнатий Фома, одна победа.
еще одна победа. Метель Вова, две победы. Благодать, над нами благодать.